На конкурс дети читают стихи. Гнатьева Карина, 13 лет, город Тольятти. Светлана одинокая, фотографии вложены в старую книжку. Фотографии вложены в старую книжку и забыты среди пожелтевших страниц. Невысокий в шинели какой-то парнишка, улыбаясь, глядит из-под длинных ресниц. Карандашная запись, зима, 43-й, и чуть ниже другая. Погиб как герой, сколько их безымянных героев на свете, сколько их никогда не вернулось домой. Им бы жить без забот, и дружить, и влюбляться, только вдруг в летний день объявили войну, и они, взяв винтовки в свои 18, шли на фронт погибать, защищая страну. Сколько судеб не сложено, песен не спеты, сколько жен, матерей оставалось без сна. Так зачем, зачем в это страшное лето вдруг на нашей земле появилась война? Из учебника вновь оживает картинка, раздвигая границы, событий, дат. Словно в память о прошлом со старого снимка улыбаясь, глядит незнакомый солдат. Он герой, это значит, он не сдавался, это значит, ни шагу не сделал назад. Может быть, он в окопе один оставался, прикрывая собой отступавший отряд. Может, грохоте хриплом немецких орудий батальон за собой в атаку повел. Только он не вернулся, как многие люди, те, кто с этих боев никогда не пришел. Пусть нам дорого слишком досталась свобода, тем ценнее она для живых сейчас. И листок пожелтевший, забытое фото, будто памятник всем, кто сражался за нас. Они отдали жизнь, чтобы мир продолжался. Наступала весна, было пение птиц, чтобы мальчишка другой в объектив улыбался и смущенно глядел из-под длинных ресниц.